Я 23 года ходила в фольклор. Теперь заболела, я не могу с поясницей и палкой хожу. Вот из-за этого не хожу уже. Я бы тоже там была. Η 75χρονη Νίνα Ακύλοβα παρακολούθησε τις φίλες της από την τηλεόραση, παρέα με τα παπάκια της. Εδώ που τα λέμε και οι έξι του συγκροτήματος Μπουρανόφσκι και Μπαμπούσκι άφησαν δουλειές πίσω τους. Ο Σταύλη Λουγένη, σε κόρμια σιό, ο Γαλίνη Κλάνου Κοζά, Κοζέτσκα, собака, все кормить надо, вот, курицы, всех кормят они. Она оставила человека, надежного человека. У некоторых ребята свои. Вот, у Пугачева, видимо, приезжает. Это дочь из города, тоже хоровую дочь.